18 марта в Центре культуры города Кохтла-Ярве в рамках Международного дня внутреннего мира состоялся концерт индийской классической музыки и танца, на котором выступил ансамбль «Масала Грув» Санкт-Петербург-Нарва. В рамках вечера, посвященного Дню внутреннего мира, зрители познакомились ближе с индийским танцем и музыкой для медитации. Это весьма своеобразное мероприятие, которое до этого уже проходило во многих странах Европы. Здесь сами зрители становились непосредственными участниками мастер-классов по медитации и индийскому танцу. На первый взгляд может показаться, что это был обычный концерт, посвященный индийской культуре. Однако он в себе нес достаточно серьезные цели. И самая основная – помощь людям в борьбе со стрессом через медитацию и поиск внутренней гармонии. Как бороться со стрессом в домашних условиях, не прибегая к медицинским препаратам, алкоголю и наркотикам. На эти и многие другие вопросы отвечали организаторы вечера. Этот проект направлен на то, чтобы в домашних условиях, посредством пробуждения той самой внутренней энергии, мы могли избавиться от этого самого стресса.